Сосредоточьте стрельбу! В атаку! Мечники! Мечники! Ждем указаний! Стрел! Мечники! Живо! Ждем приказа! Мечники! Нет. Свежий сир сертаки добавляет греки в свой салат. Что уже? Может добавим? Что-то он стал греческим. Это мы один, если что. Я понимаю. У меня какие-то другие варианты есть? Мне кажется, да нет. Че, вы первыми отрядами бахаете? Только отступать, наверное. Назад, в базе. Отступайте. Да, мы решили поменяться ролями. Я теперь лучник. А я думал, тебя мощный чем. Но мы решили поменяться ролями. Там смешно получилось, поэтому да. Смешно? Блять. Очень смешно. Ну, так, ну. Смешно. Смешнявский. О, найс, меня бегут. Фига, я за угол завернул. Теперь я не отвернусь. Пиздец. Они подумали, что на кнопку И это будет охуенно, да? И. Некому помочь. Ой, блядь. Ну да, интересно, конечно. Интересно, экспириенс его не в жопу. Наши клинки. Как говорится, мы... Поставим эксперимент. Мы будем тебя уже. Снаряды союзников, предатели! Где эксперимент? Тогда мы сюда начнем. Уничтожим! Когда я уже телепортировался на них. В кого я, блядь, дерусь? Почему у меня боевой дух, блядь, меньше в два раза? Ну, сколько я могу атаковать союзников? Интересно. И наши снаряды, алло, я даже не стрелял. Интересно. Союзники стреляют в нас! Мы стреляем по своим идиотам. Никого не щадить! Осторожно! Снаряды союзников! Так, ну я готов. Что там, скоро? Ай, даже не знаю. Интересно, нас могут прорвать сейчас. На базе. Ёбаный хуй, Валера. Если я сейчас нормально воевался. Все, наша база захвата. Есть у нас куница какая-нибудь? Алло. О, это не наша куница. Часть другая. Интересно, она чужая. Интересно. Мы нас стреляем по своим союзникам. Свои союзники стреляют в нас. Союзника. Союзник у меня. Союзники. Осторожно. Это конец! Они сейчас затыкают их в спину, блять. Господи, какая армада у нас на базе. Сынуваем. Наши воины бегут! Русы!
Зелнага это кто? Зелнага это древний рас. Древний рас это кого? Древний рас. Который освободил всех ветеранов и процессов призрак. Ноги мне использовали. Похоже на этих на гибридов. Да, у нас действительно нет пехоты, чтобы крыть дальний бой. Это любопытно. Это нахуй. Mm-hmm. Что поделать? Что поделать? А ты уже умер, да? Всадник, 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 всадник. Разведчик, разведчик, разведчик. Тироны, милиты, милиты. А, всадник, всадник, всадник. Раз, два, три, четыре. У врага было четыре отряда с конницей. А у нас раз, два, раз. Давайте посчитаем, а сколько у нас? Но у нас просто печень больше. Вращаясь, как космическая база в Интерстелларе. Даже под ту же музыку. Блин. Пока. Ой, до свидания. О, как мне плохо. Я лучник, как мне ужасно. Все меня обидели. Я лучник, да. Ну, кстати, они интересно делают, они слепают. Ты смотри, какой ты ебаный шарпнели стреляешь. Ну что, блядь, ни один, блядь, из снарядов не попал. Ну тупо, блядь, ни один. Почему? Я этих не дамажу. Смотри, я понимаю. Правда, они на меня вступили. Ну, сейчас кони приедут на вражескую базу. Ладно, я не выезжаю. Уже. Посмотрим. Не знаю, что делали вот эти лучники все это время. Вот эти. Вот, вот эти вот. Какой хуйню не боялись. А. Стреляют по копейщикам первого уровня, по нашим. Так, смотри, у нас на том берегу пикинёры. Пикинесса. Угу. На том берегу. Которые отсоединились. Срочно! Первая реакция Грудинина на победу Путина на выборах. Враг меня ебал и за это дал нашей команде выиграть. Срочно, смотри, они выехали. Они выехали на вражеский. Ну это в трендах звучит как срочно, первая реакция. Срочно. Ржачно. Пиздец, я надеюсь, мы успеем захватить. От нее им приказали. Путин вместо Грудинина выбирает для голосования. Я не прошу, я надеюсь. Понравилась ли мне эта битва? Скажу я точно нет. Эта битва говна. Попробуйте на вкус. Нет, почему? Мне что, не нравится забрежник? Ну, та ситуация, в которую попал я, она мне не симпатизирует. Понятно. Совсем. Понятно, все понял. Ну, здравствуйте. Хуяк. Минус конь, минус конь, минус конь. Минус конь, минус конь, минус конь, минус конь, минус конь, минус конь. Минус кони! Минус кони! Минус кони! А в начале игры почему нельзя так делать? Это very good, very nice. Выходу тоже скоро. Ни один не умер. Из вот этих вот ни один не умер. Тупо ни один. Тупо 0. Зира. А вот эти все кони полегли тупо от этих ребят. Смех я нос. Вперед, жижа. Вперед, жижа. Ничего, минус 260 очков. Нормально. За friendly fire. Блин, я слишком рано убежал. У нас сбой. Вот что это сейчас такое?
96 отрядов лучников, месяц один отряд копейщиков. Ну, это вообще честно. Они не знают, что делать. Все, они сдались. Они убегают. Можно еще за конницу поиграть. У нее уровень сложности сложный. Если вы понимаете, о чем я. А, попались. Супер. Ну, блять, и хуета. Вышел, зашел, опыта больше. Вышел, зашел, опыта это больше. Ой, что я вижу нахуй? Победа, две победы? Ну ты есть. Ну тупо две победы. О, мне премиум подписка, да, не зависит. Фига ты уровень начистил. Мешает меня за что-то. Не знаю. Имя мне Германик. Ага. Имя Гейм. А, ты меня пригласил, я просто смотрю это. Пригласите меня. Ну чё, первый уровень где-то кажется? Так, что, какой берем, четвертый или второй? На первый. Поебать, Вова. Чё хочешь, то и бери. Хочешь в рот, хочешь в жопу. Хорошо, бери. Угу, да, спасибо, да, отлично. Блин, Final Fantasy 16 прикольный. Я смотрю, это графончик. Я сегодня с утра сижу. Windows 10, Steam, Marit. Дела. Square Enix. Че? Кичка, 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 кичка. Украина сбила Боинг. Такого не ожидал никто. Цирк 2018, или как прошли выборы президента? Путин выиграл выборы и выступил на Манежной площади. Кстати, это... Чего? Сталкер Роу Стольфа доступно? Это что такое? 25-го дня Сталкер Роу. Что так давно? Блин, Final Fantasy прикольный. 15-го. Да, 15-й прикольно, особенно когда до этого ни в одной из 15 не играл. Да. Final Fantasy 228. Просто. Спасатели Малибу 19-210.
Да Бенни. Миссиек. Мистер Левич. Ю Тимур. Хитбок. Че-то Кальбек решил на первом уровне потусовать. Ваня тоже на первом. Что? А ты правда почему взял второй уровень? Потому что первый у меня прокачан. Я понял, а почему ты решил поиграть? У тебя же этот персонаж уже прокачан. Да, четвертый. Да. Что ты решил сменить на мечник? Не знаю, может, потому что игра превратилась в пукиш? Или какиш? Я еще пока что не выбрал, пукиш это или какиш. Но очень похоже на сраку. Захватить вражескую базу! Почему показывают Кулебякина, блядь, войско вместо моего? Мы готовы! Войско нахуй сексуальности тупо. Вы понимаете, она дает в жопу. Так, я не понял, я один по левому флангу, вроде, да? Кулебяка подтопал вправо. Так, тогда извините, пожалуйста. Ты можешь поставить здесь АФК. Потом, если увидишь, что вот тут будет какая-нибудь большая хуйта идти, либо замкнуть ее сзади, либо вот так пиздовать защитить, дефать басу. Ну это мечники. К сожалению, это мечники, а дефать тут нет кого. А нет, все-таки есть Армений один. Ну тут пизда, короче. Где Армений справа? Слева нихуя, да? Ну, всё. Смотрите на это. А, и лучники одни есть. Все, сосать. И, кстати, на эту точку до сих пор не могу зашли на точку. Да. Вот сейчас начнут обходить с лево. Вон у меня эти кадрилы. Кубик, ты их не можешь сейчас обстрелить? А, Ваня, вернее. Кого их? Я их уже вроде что-то обстреливал. Левых, правых, каких? Ну чё, смотри, мне только остается вон тебя сзади защищать, чтобы ты мог свою задницу сейчас спасти. Вот этот холм, да, где-нибудь вот тут закрепиться. Иди к нам на холм, короче. Потому что, да, это мы лево проебали точно. Они уже могут просто на базу заходить, они не могут. Я им уже настрелял и... Это они нас ищут. Вообще нам на базу надо лучше. Сразу. Садись пехоты! Быстрее! Давай чем ближе пойдет. Они сейчас через лес могут быть, если что, справа. Да ну, блять, как это спелло работает, блять? Они даже половину не добежали до них, блядь.
Наверное, задано. Стреляю сейчас по вышке. Вражеским. Ты, сука, что делаешь-то, блядь? Держите, держите строй. Клебяка, не отправились все три отряда, пожалуйста. Помоги Волану. Меня сейчас разъебут. Меня окружают. Бить, блядь, бить нахуй. Ой, нашу базу хватает, ёбаный, блядь. Кстати, я пойду сниму захват. Вы стойте здесь. Стойте, стойте, стойте. База противника скоро будет нашей. Там копейщики на меня нападают. Копейщики прорвались к... Нифига ты сказал, да? Копейщики прорвались в курсе, да? Так, вроде я снял заход. Да. Беги, теперь спасай жопу. Ну все, теперь бегать не будет. Да нехил. Ёбаный. Да что за фигня, они же, блять, так это тут еще тут кто-то стоит, блять, что ли, я не понимаю. Где ёб тут? Твою мать. Ребят, твой ник просто мне все загородил, я ебал. Стрельните по ним разок. Дочка, все, сосать. Давайте, ребята, побегаем. Мечники! Живо! Мечники! Быстрее! Вражеская база захвачена! Тупо нанес урону 1-4-8-8. Убить 400 воинов за одну игру. Достижение получено. Но мне следующий бой ап до третьего. Я служу империи. Кстати, точно меня ждали эти тег клана. В смысле, мне не дали ни одного этого, что ли? Вау, нихуя. Странно. Я тупо дурачкам купил новые щиты, блин. Сейчас тут можно же еще купить им, тем дурачкам. Ну попробуем так.
блядь, поможет. Может, блядь, поможет. Натиск. Снижает оборону отряда. Трифаген это не то. Мельчелюсть, что делать? Все, все приняли, нет? Нет. Брат, скажешь, когда примешь? Я пока посмотрю. Мельчель что делает? Ой, Леонид, так Леонид. Мельчель первый. Ошеломляющий натиск, сминающий вражеские ряды. Прямо столкновение. Свободное постреление привлечет атаку, потому что снижает оборону. Долго бежим готов. В пятом веке хотим сражаться. И не знаю, что борода не нажимает. Я сделаю то, что должно. Во славу Рима! Вперед! К победе! Во славу Рима! Я сделаю то, что должно. Ну ладно, один ты не нажимаешь. Так а чё борода молчит, я не понимаю. Ты ж не готов. Ой.
Ферма жопы. Спермохвост. Где это? У врагов. Под Крюгером. Лучший игрок матча. Пошел нахуй. Лучший игрок матча. Я хотел туда, вы не идет туда. Пойду на гору. Лучник собрал скорость. Попробуем, но я не знаю, что из этого выйдет. Захватить вражескую базу! Ну, в обход пойду лучше. Самое смешное, что мне на агро нет смысла лезть, блять, до третьего уровня долбоебов. Щитов-то, блять, у меня нету. С чего ты взял? С чего я взял? Ну я, блядь, не знаю, просто мне в голову застреляют. Куда идем, Функимон? Меня просто в голову застреляют, а я такой типа, ха-ха, гей. Где посмотреть защиту? Защиту. Смотрим защиту. Защита. Вероятность блокирования Стрел 39%. Нет. 39%. Давай посмотрим. Ну это прям такое написано. Блять, смысла от спала нет, потому что мы все равно в конце скидки в дрочки. Ну, мы пролили первую кровь. Я бы сидел тебе, Ваня, не хотя не тебя сейчас просто смотрю. Больно в ноге. До свидания, Ванес. Майонез. Че, будем мог штурмовать? Дадим бой. Давай бой. Давай бой. Только ой, ну мы встали здесь и тупо легкими пилумами тупо себе в спину настрелял. Ой, блядь, смешной нахуй. Кекс, блядь. Пошире. Так, пошире, это пиздец. Шире. Все, на меня сейчас не понял. Подмолотил бегство, уничтожил. Я вокруг. Ай, кони приехали. И наши приехали. Эскейп, выйти из игры. Да. Игра была очень хорошая. Но спустя... О, добрый вечер. 30 игр, она стала не очень хорошей. Ой, а что это вы делаете? Вы не убавляетесь? Вы, наверное, хотите побеждать, а я убавился. Смотрите, во сколько раз. В много. Никого не щадить, блядь. Наши воины бегут. Я вообще не понимаю, что происходит в этой драке. Снаряды союзников, предатели! Интересно, что происходит. Расскажу маленький прикол. Все красные, кто здесь вообще враг? Расскажу маленький прикол. Я дратистами 172 минус 45 могу нанести один раз, пукнув просто в воздух куда-нибудь, в любом направлении. А тут я 4 минуты, 3,5 минуты тупо загладывал хуй. Я отступаю. 3,5 минуты загладывал хуй. Им пизда. Идите вы в жопу, ебучая игра. Хватит, пожалуйста, ну пиздец. Ну, конечно, смотри, заморальщики. Иду базу захватывать. А почему врагов катапульты? А, третьего. У меня игра залагала. В смысле? Всё, ты, блядь, чувак, пошёл. Ты идешь, нихуя не делаешь. Ну да, иди и это управляй. Так ты идешь, нихуя не делаешь.
Иди на базу вражескую там. Ты идешь, нихуя не делаешь, тебя еще не дисконнектило. Ты кликнул на вражескую базу хотя бы? О, все, Мелита. Да. Да. Пока. Ебучая игра, да почему она, сука, вылетает? Я не понимаю. Wargaming. Кто-нибудь это может помочь моему солдату? О, кстати, у Вовы этот дурачок с рейджаутом. Я бегу. А конницу запалил, конницу завидел. Сначала борода этим рейджаутом стреляй. Этим вам конница, конница едет. А потом уже... Че-то вижен в этой игре какой-то тупой на самом деле. Почему у меня солдат не видит, что на горизонте? У него минус 2, что ли, зрение? Не знаю. Твою мать. Надо его как-то спасать. Ебать, конница тупо врезалась, короче, в эту стену. А зачем они уводят свои войска с своей же базы, которые они теряют? Они спермофилы. Зачем они войска вывели, лул? Прикольно. В смысле? Здесь никого и не было. Я когда сюда бежал, видел уходящую конницу, и вот смотри, в лесу там сидели, дрочили. Ну, в лесу там сидели, дрочили, а не дрочинбальт. Они зачем-то вылезли. Ой, Крюгер, 7170. Проиграл. Не победил, вернее. Он не проиграл, он не победил. Бруда, ты же управляешь моим отрядом, он еще. Твой отряд победил, блядь, уже нахуй. Это же Соленова. Ну теперь я думаю, кого покупать, блядь, африканского долбоеба или Гаюли Пидора. Смотри, Ваня, Ваня, смотри. Не знаю, мне Гаюли Пидора не очень нравится. Не, ну рейджаут на первом уровне, конечно, да. Боевая песня, которая заставляет ближайших врагов терпеть от страха. Трепетать от страха и снижает их боевой дух и оборону. Терпеть от страха. Ой, тупо, бля, войско бежит и кричит. Мода, мода. Мода, мода. Знаете, сколько мне дали свободного опыта? Ноль серебра. Ноль. Все в ноль. Почему? Или тупо, короче. Что? Ты что-нибудь нанес этими пиндосами? В смысле, я один отряд с катапульты разъебал, и конницу одну разъебали на троих. Вторым отрядом. Третий захватывал очко. Имя мне Гербарий. Имя мне Гейман. Блин, это я было с нормально. Вами прикололся. Понятно. Не надо говорить, что это было плохо. Хорошая игра. Да, Германия, вот это не надо говорить, что было плохо. Ой, я своим солдатом. Но если бы Вова не вылетел, еще не факт, чтобы произошло. Что? Не знаю. Так, купил... что там купать надо? Купил своим солдатам золотые рукомойники. Кстати, при том я в этом бою покупал солдатам золотые пенисы, блять, в руку, которыми они типа должны были драться. Защита в ближнем бою плюс 3, доспеха плюс 6, 4 атака в ближнем, стену. Когда я смогу заменить пехота. Этот кайфовый шлем, он слишком смешной. Мечники! Я как православная церковь буду все атаку. Короче, мы сейчас тупо заходим куда-нибудь, опять та же карта, если допустим. Я тупо захожу на холм, ставлю баррикаду с той стороны, где долбоебы стоят. Ну, сзади, чтобы никто из наших не зашел на этот холм. Да. И бы немножко вперед, потом назад на это, на коле. На B4. ГГ. Ну, B4, А1 покупаю и бегу тупо. С Галилем, ебать. Ох, хорошо. Римские мечники и универсальные воины, они могут держать удар, врываться в бой и атаковать противников издалека. Матом. Да пошел. Да шо ты нахуй, нет ты не так нахуй. Это прикольно же, да, когда боевой клич-то. Батл. Пошел нахуй.
Так боевые кличи не пробегают там шагов 15 и встают, блядь, еще на секунду, на две. В чем прикол? Как Абука. Нет, знаешь, прикольно то, что боевые клич. Один отряд конницы. Типа... Посмотрим, сколько врагов. Нет, ты просто представляешь, как себе выглядит вообще сам по себе боевые клич. Что-то такое. Боевые клич? Типа такие, иди нахуй. Не, почему? За родину. Все, мы все умрем. Бля. И барабан начинает врубать. Боевой клич все, примерно. Блин, на штыки! И побежали. Так, мне бы Пэрот занять. Я хочу занять Пэрот. Хочу выйти поставить баррикады и тупо уйти, знаешь, из игры. Знаешь, как? Будь здоров, Ваня. Здоров. Тупо, короче, идет этот стадион африканский, сзади барабанщики, они все такие выпивают. Типа, мы ебали маму Гая Юли Цезаря в рот, блядь. И у них такая сразу дисморали. Ой, бля. Я, блядь, не знаю, ну как еще можно за дисморали? Ебали. 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 Я понимаю, там... По мне, самый дикий дизморал, это когда идет, я не знаю, войско, а потом издалека... Мне нравится, что у нас вот это ебаное болото, а у них вот эта сраная речка, и отряды появляются за ней. Большая часть. Никого не щадить. Додики в лесу умудрились потерять строй, блядь. Я охуею. Ебать, все в телевизоре, я могу по две баррикады строить. Шарики. Давай на хом тогда. Готовьте заграждение! Их на центре, видимо, много. Лучников слева с нами никто не пошли. Заграждение живо! Готовьте заграждение! Полил первую кровь! Не понял. Ничего. Им нужно 3 часа, чтобы возвести эту стену говна. Ёбаный рот. Да нет. А ты знаешь, что эта стена сломалась тупо от 3 дротиков? Ёбаный рот. Я ради этого потратил 400 с хуем денег. Пиздец, блядь. Заграждение живо! Готовьте заграждение! Странно, что Ваня мне в спину не попал, когда я... Странно, что на 6 отрядов ебёт 8, 11, блядь. Типа они боятся такие. Где ещё лучше? Дай по лукарям. По этим. Я стреляю по ним. Готовьте заграждение! Я буду тут несить глину. Не, в этой игре нужен гайд, короче, как мне быть ретардом. Заграждение живо! Ну посмотрите, ну почему этих лучников никто не ебет? Ну что вот это за говно такое, блядь? Неужели я должен играть с лучников? Вот, конница поехала, конница в спину лучника сейчас выйдет. Да, только лучники, блядь, с другой стороны не ночь. Чуть-чуть. Ну и я, короче, сейчас просто пойду срать в туалет, блядь, я не знаю, как это назвать. Меня тупо выебет. Срать надо в душе. Срать надо в душе, согласен. В душе. Да, срать надо в душе. Так, мне бы как-то тебя прикрыть, но я хз как. Эй, я отхожу. Ой, твою мать. Так и знал. Меня окружают. Не побежал отсюда. Наша конница, иди вот. Ну, я здесь, это, здесь мои похороны, короче. Ну и твои, видимо. Ну да. Вот дело. Ладно, это там делись. А, ну все, смотрите, мне сейчас будет очень хорошо. Да, да. Сейчас будет очень хорошо. Ну, подберёзы, не есть говно. Пойду сейчас сделаю. Чтобы я еще, блядь, доверился лучше. Я один ответ посох.
У Кулебека удачи там. Спасибо. Мечники такие живущие, просто пиздец. Ну, да, спешу. Но мечники не лучники. Так, да. Блин, дайте этим дауном выйти, блядь, оттуда. Я не понимаю просто, кто и где, блядь. Почему я этими золотыми рукомойниками не ослепил всех, когда подошел? Смотри то, что у меня на голове. Я как бы держусь первым мечником. Нас, блядь, обоссали вот из этих кустов просто. Град мочи. Они не разбегаются же, блядь. Ну они же не разбегаются. Ну в чем смысл тогда этой спелы ебучей, блядь? Хватаем базу. Я веду к вам солдатов. Блядь, ближний бой — это имитация суеты. Ну это хуйня полнейшая. Просто сака. Смешно, да? Да просто сака, они трутся щитами друг об друга. Блядь, самые гейские войска из всех, что есть, блядь. Смешно с учетом того, что я все это время играл за ближний бой. Хуй с твоей губой. Не сказал ничего такого. Вам там по спине настреливают. Ребят, тебе, видимо, не было грустно. Видимо, не было грустно в эти моменты. Тебе было весело. У меня это, у меня... Рокки выжил, бежит к вам. Рокки выжили. Рокки выжили. Как бы я не знаю, если вы играете в стратегию, я играю в РПГ от третьего лица. Один главный герой. Я, кстати, тоже думал об этом. В принципе, мы можем успеть захватить. Я не знаю, где вражеская конница. А я знаю. Блин! Кулебек, ты сослужил службу. Теперь мы точно знаем, где она. Она в кустах сидит. Я не успел. Пиздец, я не здесь успел, столько ты... нахуй войск, короче, сзади. Тупо. Не успел добежать, короче. Он не едет дыхать. Где окружает их? Геф. Нас атакуют! Ой, блядь, господин окружной прокурор, не надо, блядь, не обоссыте меня, пожалуйста. Что за хуй-то? Что это за сань, блядь? Куда он телепортнулся, блядь? А, он один остался? О, нет! Это просто надпись над головой у них, блядь, по всей карте летает. Что за хуй? Бетта. Что за бетта? Извините. Бетта говна? Натиск пехоты, если я перекликиваю в другое место, все, пизда. Говорит, а что, другое место? Нет, все, перестаем бежать. Что, у нас сантиметр влево? Нет, так нельзя. Какой сантиметр влево? Что? Колеблется? Отряд перешел к данному состоянию? Че? 10 или менее воинов? Ага. Че-то я не понял. Что такое за отряд, блядь, в котором менее 10 воинов, блядь, колеблется? Это смешно? И. Отряд? Да. Нас атакуют! Ты в окружение бежишь. А, у меня есть другие варианты? У меня враги сзади. У меня враги сзади, у меня враги слева, у меня враги впереди. Так, хотя бы конницу пойду ебану. Разор, блядь. У этих хуев сзади, блядь, по-любому еще пики остались. А, похуй. Ребята, йоло! Йоло! Блядь. Убей их, блядь. За Оптимуса Прайма, блядь. Слэм, там сзади. Что это такое за, блядь? Сопротивление, блядь.
Александр Никитич, блядь. Ну, все равно нож, блядь. Готовьте заграждение! Идите, ставьте заграждение, блядь, уёбки. Заграждение живо! У нас для этого закончится победа. Наши воины бегут! Трусы! Чтоб я еще раз заграждение купил, блядь. Нас атакуют! Лучше себе член, блядь, зад нахуй вибрирующий куплю, чем блядь, заграждения эти. Надеюсь, следующим патчем добавят. О, смотри-ка, они успели поставить стенку. Нам нахуя она нужна? Смотри, вот эти четыре человека, они просто сказали, не, мы, блядь, колеблемся, и съебались. Вот этот вот хуесос. Вот этот хуесос. Тут упал, просто так притворился. Тут еще один лежит, он живой на самом деле. Блять, нахуй, бомжи ебаные. Блять, стену-то нахуй поставили. Идите, дефайте ее. Куда? Обоссыте мою стену, давайте. Вот моя стенка. Пописите на меня. Тупо забор, на котором можно написать Х-У-И. Ха-ха, лол, смотри-ка. С той стороны стенки какие два товарища стоят. Они совокупляются. О, вот это мой товарищ. Встал, побежал, смотри. Съябывает. Суки, чей потрох, блядь. Бежи, бежи, блядь. Бежи. Иисус, блядь. Человеку сейчас побежит. Фига, ткнули палкой. Драться начали. Сейчас убьют друг друга. Чего не делают? У них игры кончились. Три отряда по одному человеку. Ой, блять, кайф. Себе в рот. Не знаю, ты любишь шлемы за 1100, блять, которые тебе дают стойкости плюс 39, блять. С такой блямбой мы победим, блять. Но этот шлем не даст нам проиграть, блять. Очевидно, нахуй. А, что-то я не понял, где купить гусеницу на Т-34? Что за хуйта? Ну что, попробуем острые колья, которые не всегда сопутствуют храбрым. Мечники! 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 Или инструктор по строевой подготовке. Мечники! Тупо пидор, который будет сзади бежать и хлыстом их ебашить по спине, блять. Чтобы они работали, блять. Они отдыхали. Эх, кошка, пердеть смешно! Бам-бам-бам-бам-бам! Ух! Шлюх. Полководец шлюх. Где шлюшечьи войска? Тупо войско проституток. Один отряд замедляет вражеских два. На 5 минут. Дизейбл, короче. Пока они их трахают.
Так. Я посмотрел, как бы они задерживали слонов. Было бы интересно. Количеством. Качеством. Предоставляемой продукции. Качество услуг. Вылизывается, вылизывается. Марафон говна сегодня. Не, ну, блин. Мужик, а ну смейник за деньги. А ну смейник за деньги, я тебе сказал. Зачем? Я же хуй сосвого хуй соси. Зачем мне? Ах ты, ёбок. Буду считать, что я не слышал этого обзывательства с той стороны. И откуда мне стартовать, блять, из-за просто шопа? Хуйсос Вова хуйсоси победит в этой игре. Бежали, пацаны. Ой, как смешно. Вот этот отряд пойдет первым вот сюда и сдохнет. Вот этот пойдет вторым вот сюда и сдохнет. Вот эти все пойдут вот туда и сдохнут. Ну что вы говорите? Захватить вражескую базу! Где же ваш танк? Смотри, смотри, тупо, тупо правой кнопкой кликаю на вражескую базу. А, я сам себя убил. Я помогу? В смысле, головаря? Тыкнул себе в рот? Нет, я... Залп по себе дал, тупо. Р. Я начал, я хотел ускориться, нажал натиск пехоты, и один отряд в другой впилился. Серьезно, так можно? А там, там нет, 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 там оцепенение после этого. Нет, оцепенение, это когда отряд стоит после этого. Ну, так у меня... что общая скорость там не меняется, по сути. У меня 3 солдата, короче, урон. Фикимон, тебя видит, ты куда побежал, блять? Ну хотя, хотя нет, побежали, побежали. Ну, а у нас бежим все же подкрепы есть? Чекайте ебалом, проверяйте, там пидры. Не, я фейс чекаю. Не, чекать. То есть натиск пехоты общую скорость не увеличит? Да. Они ускоряются, потом останавливаются. О, у нас нормальная конец. Найс. Пока что ничего не предыдущие от беды. Если это так, сейчас рай в кустах. Если вы прошли более 50% левого фланга, то на правом фланге сейчас будет в этом лесу просто пиздец. Они развернулись и убегают. Ну не бойтесь. Все по центру. Пиздец, в середине хуй соси показывает. А, хуй со слова, хуй соси, подожди меня, пожалуйста. А, жду тебя. Кулебяка, в принципе. Может быть мы пойдем в Ваню, или Вован. Ты можешь наверху. Не, Вован, ты можешь заняться ими один, в принципе. Потому что если ты их задержишь, это будет как раз. А вот лучников никто не снимет, кроме меня. У меня мечники. А, первые, все, там по одним лучникам проехались. Вот этот а вы только клинки полировать. Набегай на них. Вовану на самом деле стоит послать один отряд помощи, чтобы честно мы. Там лучники, блять! Лучники в лесу. Лучники в лесу, бойцы. Уходи, уходи оттуда, уходи. Нахуй. Нас атакую! Все, я настреливаю. Ну понятно, все, спасибо. Меня мечники бегут. Это... Спасибо большое, что вы меня оставили. Не должны прикрыть. Гран, да, это проблема. Вот Ваня не нашел рояль в кустах, да? Да, ну да, смотрите, хорошо. Я как будто виноват в том, что все лучники под центром. Не кроме спасибо. Тех, которых ты встретил. Спасибо. Спасибо. Просто... Понимаешь, что ты можешь просто уйти спасибо. Оттуда? Спасибо. Ты это понимаешь? Я не понимаю. Да, я понимаю, ты это понимаешь? Начинаем уходить. Сука. Давай, уходи. Уходи, 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 уходи. То, что выживет, я награжу медаль за похвалу. За похвалу? За похвалу. Да. Я, наверное, сам не выживу. Ну, это лучники на лучников, считай. Бета-тормада. Уходим отсюда.
Почему так много бургеров? Конница, 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 конница. Я отправляюсь к богам. Мне только что сказал мой главный этот. Че еще говорит? Послушаю больше. Ну смотри. Готовься! Целься! Стреляй! Не знаю, я попробовал уменьшить количество. Сосал, но не покорился. Это главное. Это главное. Нет, пока нет от Сосала. Не знаю, чего выйти. Сосредоточьтесь на бомбе. Я умираю вместе с пуесосом, Бога пуесосил. Тупо умираю. Тупо в этой игре нельзя получить ни единой единицы дамага, чтобы выиграть. Да, главное выиграть войну. Пойду настреливать этим торпедоносцем. А вот, вот с ними можно что-то эсминец, сделать? Эсминец по правому борту. Что? С кем? С кем еще раз? Вот с этим. Вот с этим? А, их сейчас понял, вряд ли. Да, их. Сейчас просто трахнут самих. Не будем с этим разбираться. Блин, долго я буду идти. Долго я поебал, вообще сосал. Не знаю, реально какой-то гей-порно, когда ты начинаешь драться с кем-то. Ай, а вам не нравится? В мире зоне я вообще не понимаю, так, кто побеждает, кто нет. Что с этим девчонки? Союзники стреляют в нас! Все, как стреляют нас, блядь, листики сосали. С изящной легкостью. Просто надо учиться. Стой, блять, угомонись, как... нахуй. Снаряды союзников, предатели. Тут еще лучше. Конница захватывала нашу базу все это время. Нет, я до базы дошел уже. Стой, вот это что за хуй-то? Ну я один отряд там на базе. Там где-то в лесу лучники вражеские. Конница уехала, конница поехала. А она к лучникам поехала. И она манит. А эти мечники надо их ебануть. Пока они... Кулебяк, в принципе, их встретит с одной стороны. Ты кого не щадить? Еще... А, ну и Кулебяк с другой стороны может встретить их. Кого? Там отряды остановились. Вон там три отряда. А, два идут, один развернулся назад. Мне кажется, ну, дело честь их ебнуть. Один отряд. Да, у нас уже очень большое преимущество. Я их задержу, я их задержу. Может, они ожидают меня встретить? Добрый день. Они ожидают, они тебя уже видят. Нет, слишком много выходит там на базу, на самом деле. Ну все, началось гей-порно. Нажми вот сюда, короче, и это, F. 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 База противника скоро будет наша! Ладно, ребята. Тут все понятно? Нет, и, кстати, немного их вперед продвигает, но нужно сразу нажимать правую кнопку. Кнопка. Кнопка. Я всего один залп могу сделать? Болото прячется. Два. Два. Ну, три. Бам, два заряда. Нет, два заряда там. Три заряда. Заряды два. Сука, мне так нравится то, что натиск пехоты сбрасывается любым кликом правой кнопки. Да, да. Рядов. Заряда два. Все, лучник. У кого? У римлян? Ну, у римлян, да. У гоблин. Нет, фаталис. У меня все три отряда выжили, у вас. У меня тоже. А у нас в квартире газ. Натиск пехоты! Ааа! Слэм, бля! Слэм!
Атака из засады. Получили знак отличия ССАС. Ну, смотри, вот как в этой драке понять, зато... кто вообще свой? Не знаю. Легко. Значит, твои обведены белой хуйтой. А у меня вон полководец дерется, так что это Сасония. Смотри, 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 уходит, уходит, ловить все. Победил. Я последний. Всё. Пять человек застреляли только что, блять. Один отряд. О, добавил. А, не думаю, это на базе никого нет. А, смешно. Думаю, что это еще кто-то есть. Кстати, интересный момент. Нет, последний. Никого не щадить! Че последний? Игра? Последний 6. Убегает вам. Ну, вражеских войск. А. По шестерочка. Короче. А, нет, смотри-ка, заход в базу противника, что за хуйня? А, опять очков побольше делаем. Блин, я все забыл. ПК, знаешь, да, почему вы остановили? Базы. Короче, ты зарабатывает очки. Да. Делюсь наблюдениями, у меня было где-то 25 из 60 лучников. И шкала количества была где-то на 1/5. При этом. Шкала кого? Ну, здоровье. Школьная шкала. Я вообще не понимаю эту шкалу, она тупая. Дебилы не придумали. Я понимаю по количеству хп у каждого юнита. Дебилы не придумали, тупая шкала. Хп, мне два раза опыт начислили. Ковально. Германик, консул Рима. Германик, консул Рима. Тысячу 600, да, значит? Готовы! Блин, какой-то отряд бомжей. Мечники! Плюс 6 доспехи. Плюс 4 атака в ближнем бою. Мечники! То есть в любом случае лучше покупать доспехи. Кстати, написано плюс 6 доспехи, а здесь плюс 3 защиты в ближнем бою. Я уже третий левак. Доспехи повышают. Мечники! Мечники! Доспехи повышают стойкость. Да. Боевой дух, броня, щита, доспехи, здоровья. То есть, что это значит? А нихуя это не значит! А нихуя это не значит! Эта игра нихуя не значит. На тупом рандоме. Попадутся тебе сегодня слоны, не попадутся? Может быть, ты сам слон? Кто тебя знает? Слон только с 5 уровня. И что? Нет еще слонов на 3 уровне, слава тебе, господи. И что? В смысле нету? Будут маленькие слонята. Слоники. Мини-слоны такие. Мини-слоны. Солер. Это как пони, так слон. Это как дети, только маленький слоник такой. Почему есть отряд с собаками, а отряда с котами нету? Потому что если отряд с котами тренировать, то все, что они смогут делать, это ходить и, блять, я не знаю, обусывать или дрочить на... У них же лапки. Мечть. У них же лапки. Они приходили и начинали бы тереться, короче, об ноги. Вот. У нас один чувак не забросился. Дискорд ей. Италий нуб. У нас Цезарь есть.
Не пошел нахуй. Цезарь, 4 одинаковые бабы. Совпадение, не думаю. Пизда. Смотри, у нас 1, 2, 3, 4, 5. У нас половина отрядов с лучниками. У нас 3 пехоты. У нас 3 пехоты, потому что у Цезаря дрочисты. Как вам такое? Мяк пошли. Знаете, кто сейчас нас будет ебать? Нас будет ебать конница, которая есть у врагов, а у нас. Мне кажется, мне надо идти, наверное, в центр куда-нибудь. Ну да, в центр города, тупо на Дворцовую. Не обходить. Только чувак первый раз играет. Это СНГ? Какие страны в СНГ на английском говорят? Чехия и Египет. Египет. США. Мы пролили первую кровь. Алло? Понятно. Канада. Алло? Нападай на них, пока они... Алло, меня слышно? Меня слышно? Алло. Да. Слышно, да? Я слышу. У меня это просто игра немножко сказала, типа, мальчик, ты слишком хорошо играешь. Ну, собственно говоря, я не удивлен. Три отряда с лучниками. Ой, с пехотой у нас. Я думал, что ему надо здесь быть. И мы вышли с бомжами. На бомжей. Хуй вам, блядь, пикинёры, хуй я вам в рот нас, сука. Я, блядь, вон пойду до лучников доебусь. Аааа, помогите. Не, они, кстати, это... На развороте! Обшутил, обшутил. Я забыл, что натиск пехоты работает. Как спит. Осторожно, снаряды союзника! Натиск пехоты! Ну, что могу сказать? Поливает третий смертники, чувак. Надо мне сегодня не выкатиться. Чисто потому что здесь очень мало людей. Союзники стреляют в нас! Как союзники могут стрелять в нас? Где они, блядь? Блядь, им ебало на бег. Никого не щадить! Снаряды союзников! Здорово. Что-то с анаргишком? Ждем указаний! Да. Малёк, сам. Какой смешной парень, пытался вторым мечниками третьих лучников догнать. Смешно, блядь. Это проебано. Я военачальник. Ну ладно, ты нормально тут стоишь как? Хорошо? Нравится тебе? Опа. А вот, да. Да, нормально, да, там да. Хорошо стоишь, нравится тебе? Все, да, вот да, это. Я быстро. Давай повоюй немного. Нормально он там? Удачи там. Я не понял, а чё это? А, я понял, там лучники. Вылетишь. Так почему На базе три отряда лучников там возьмешь? Да почему лучники так далеко стреляют? Блять. У меня дрочки кончились, а я не могу ими управлять, блядь. Я не могу ими управлять. Я выдвинулся. Куда бежишь, Лебяка? Там нечего делать. Я пытаюсь это выжить. Так а где все наши лучники, блядь? Я не понял. Ну, мертвые лежат. А почему они нахуй мертвые лежат? Я не понимаю. Потому что ты офкастился. Сейчас чума. Сейчас ты не прикрывал. Вспышка гейского гриппа. Все погибли. Смешной прикол, что черепаха с третьего левела, а лучники с первого. Стрелять ебало. Наши воины бегут! Пойду, пожалуй, на лучников. Лучники имба. О, лучники, вот где мой гай Германии. Ну смотри, мне сейчас просто тупо сбоку будут эти ебать. Осторожно! Снаряды союзника! Сейчас
Все-таки кто-то решил их это поебать. Да. Чувак, лучники пошли в ближний бой, да это же просто кладезь. Ой, нахуй вообще жить. Просто я не знаю, у меня какой-то отряд ебучий, я вообще не понимаю, что я, блять, тут делаю, ебаный в рот, ну ж, сука, что еще лучники идут, твою мать, чего ты не понимаешь? Нашу базу атакуют! Я ими управляю, говорю им идти туда, они сосут, я им говорю идти туда, они сосут. На жизни, на жизни, на жизни, на жизни. Ну, надо было коней брать. Не, у меня, кстати, не такой большой тормоз был в конце этого. В конце натиска пехоты, то есть немножко ускоряет. А, это я еще и последний отряд. Не, если у нас выиграли просто 325 против 35, охуеть, блядь. Свежие новости. Охуеть. Наши лучники что там делали? Сосали? Просто стояли. Красная армия сейчас вам игру выиграет. Просто чувак вообще по нулям ушел из игры, гибнул. Ну, может быть, у него такая же херня, как у меня, дисконнект. Так, ну чё тут? Лебяк, ты куда бежишь? Я? Игру выигрывать. Понял. Самое забавное, я такую хуету один раз в жизни видел. В мече короля Артура. И то были не совсем лучники, то были какие-то варвары ебаные. Действительно, они стреляли из леса, да. Это единственный минус. Конча короля Артура. Конча короля Артура. И тогда тупо эту повозку сопровождения разъебали нахуй и все. Сосать. Плюс лежать. Да, у них пехотинцев, кстати, больше. У них аж, блядь, 6. 12 лет. Не факт. Вован, ты на 5 минут позже, что ли, в игру вступил? Я не понимаю. Я не смотрел их вражеские эти. Не смотрю то, что у нас лучше. Не знаю, у нас выебли, короче, с куребяками. А потом ты... Это, так. А вот и я. В смысле выебли? Я ушел на меньше, чем на 1 минуту. Ну, понятно все. Не понял, а где отряд? База противника скоро будет нашей! О, у тебя решил очки заработать. Я игру выиграю. Ну, тупо он, смотри, бегут, блядь. Натиск, сделай натиск на вот этих даунов. На вот этих. Кульбяк. На вот этих. Да ёбаный рот, блядь! Пизда, на. Салочки ебаные, блядь, вообще нахуй ступец. Сколько у него КД? Сколько смешно. 30 секунд. Тупо Германик стоит сейчас такое, это делать. 40 секунд. Со своим войском в 7 человек такой, блядь. Вот его ебани, блядь. В шеренгу только выстроитесь. Да, он, блядь. Кончи его или его, я не знаю, блядь. Или на него. Поздно. Рим не должен пасть. Сука! Мы потеряли базу! Мне не было ниска. Ой. 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 Тупо ими пихнулся. Случайно. Когда в команде было 6, блядь, отрядов лучников. И один Вова хуй соси. Хуй сос. Пиздец, блядь, ебить, я опять нахуй закупился броней. Не помогло. Почему мы не пойдем на 4 уровень, а, блядь, я не хочу играть имя уже этим, я хочу конец погнать. В смысле? Возьми конец 1 уровня. Да нет. Я хочу это качать, я хочу уже 5 взять. Так возьми конец 1 уровня. Вот, вот так. Оп. Ага. Ага.
Мерзкие застрельщики. Вы просто издеваетесь. Не знаю, слишком много было в воровской команде. Я плюю на Цезаря и на Ри. Кто сказал? Барон? Армении. Армении? Армяне. Доступна конница в ближнем бою, пехоте. Длительный натиск может стать решающим ударом. Все отряды противника на его пути получают урон и могут быть подброшены в воздух. Хуя. А чё такие прикольные эти? Германик, консул Рима. О, у него даже войска те же самые, что и у Германика. Типа, why not? Я в любое время могу за свободный опыт купить полководца нового. Да. Да-да. Его и то можно только купить за свободный опыт. Ну, в том плане, мне не надо предыдущих покупать. Оу. Нет, они независимо от того, как они существуют. Для в эту игру даже в доне чем можно. Почему и я с бой не могу идти? Потому что Лаван взял четвертых. Так и чё? Так чё, я просто купил нового дурачка. Первый уровень ты сейчас будешь играть? Нет, конечно, я буду еще германиком. Наебал. Блин, хочу македонского купить. Так и чё? Покупай. Ну, у меня 0 свободного опыта. Имя мне Германик. Ну, пока вот готов, да. Я на улучшение германика потратил. Ой, блять. Второй уровень улучшать гамыч. Я не могу взять четвертых лучников. Ну, потому что мы вторых не играем. Я уже сейчас могу купить Александра Македонского. Ты пошел, ну, нахуй. Ну, из всех стоящих здесь не знаю. Германик кончил Рим. Вы решите, кого вы будете брать уже. А я, кстати, не могу это. Знаете, вы чё, блять, у меня... Я вообще не могу идти ни одним полководцем. Чё, я бы... Нас ждёт слово! Типа, только первый и второй уровень. Чё за хуйня? Трибун Рима! Карфаген должен пасть! Публий Корнелий Сципион! Публий Корнелий Сципион. Ты что, нового купил? Да! Я купил нового. Публий Корнелий Сципион. Публий. На самом деле, такое себе. Вообще, эти мечники такое себе. Конницей бегаешь туда-сюда, тебе никто не ебёт, ворвался, убежал, хорошо, лучники стоят, там дрочат издалека, а это тупо мясо идет, блять, бежит нахуй, лучников догнать не может, лучники убегают, стреляют, ну пиздец. На это думать надо. И кузуаны, это тупо, не знаю, становишься такой, говоришь, иди нахуй, играй, бросаешь компьютер на кнопку. Идут собаки, ты опять такой, да ёб вашу мать, да заебали, блядь, тут может кто-нибудь против мечников, блядь, подойти? Бежит, блядь, мечником, топ катапульт, и тебя ещё, блядь, допиздили, такой, да ёб твою мать, блядь, встал, ёб, встал так и просто уронил щит, и так, да ёб вашу мать, руки ну, раскинул. Ну, как ещё, я не знаю, тут мечников вообще все ебут, он просто там, по всей. Что за хуйта? Что за хуйта? Хватит это терпеть! Да ну его нахуй! Пробежали. Пизду! Йода. Зигмунд Хун. Карден А. А. Копирую лес. Захватить вражескую базу! Захватить вражеский тить. Ну чё, мы уже проиграли? Я делаю натиск на в сторону кустов. Чтоб сломать их, нахуй. Я сломаю эти кусты.
взял отряд садоводов. Дрочистов. Трубочистов. Я попробую новую тактику, я сразу отправлю войска на вражескую базу со старта. Что не скользишь еблом, то скользишь шпаром. Знаешь, продашь нас. Почему? Давай не войска. Думаешь, я не выиграю? Сейчас узнаем. Сейчас посмотрим. Посмотрим, чем заканчивается. Блин, дай бог, сейчас слон вылетит из кустов из этих. Ой, блядь. Тут слоненок такой. Ёб твою мать, вот ряд дебилов, блядь, встал там. Давай, поехали. Так и знаешь, если вы сделали предзаказ игры, мы вам даём... Блядь! Да как они меня нашли? Что за хуйня? Как? Как, блять, скажи мне, я в лесу, нахуй, меня не видно. У них просветка есть. Какая, блять, у них просветка? Третьего уровня? А, ну я не удивлен, да. Борода, давай зайдем он в тыл и обстреляем. Борода, давай, давай ты просто мне теперь пойдешь. Им в тыл? Пойдешь смешно. О, давай к топольту ему. Ой, блин. Ой. Бегу. За что нас по горе обходит огромные силы противника? Поебать вообще, блять, я катапульту иду ломать. Ребека. Не, вообще-то поебать, я пошел катапульту ломать. Что ты говоришь? Продолжил свою тактику. Ну, теперь да. Они идут на нашу базу, кстати. Там около 6 мечников, пара копьеносцев, пара физиков. На какую базу они идут? Не смешно. Пара физиков. Вопрос, а вообще катапульты ебут или нет? Или они там просто для прикола стоят? Меня трахают. А это первый, это катапульт третий уровень. Сзади, сзади, сзади. Трахают. Ты хочешь, сзади, сзади? Хочешь сказать мне вот этому человеку, чтобы я шел назад? А ну-ка развернулся, бля, ебалик. Нет, нет, просто бежим от них. Так это чё, пошлите на базу, что ли? Можешь сломать эти баррикады? У нас вон сколько, блядь, этих ёбаных хуйни, блядь. Могу. Я понял. Вам там пизда, походу. Не-не-не, нет, пизда, чувак. Я, блядь, натиск. Уходим, бастина. Так нужно ломать левой кнопкой мыши. Я вижу. Да. Ты видишь, как это происходит у них? Это оргия, блядь, нахуй. Деревянная. Надо уходить. Беги ко мне, Фанки Манк. Где? Снизу входа. Беги вот, вот, вот так вот. Да, хорошо. Принято. Че, может мне их встретить? Не, это... Попробуем войска. Так еще нам на базу идут или как? Я хуй знает, куда эти ёбки с горы пошли. Скорее всего, они сейчас уйдут на нашу базу. Сейчас вызывание, сейчас встанешь со мной, да, их было больше, чем меня в разы. Ой, блядь, болит. Нормально, нормально. Они кончатся, смотри, сейчас. Что они делают? Чем они занимаются, блядь? Гийская оргия, блядь. Нормально. Все, ебитесь. Ну что это за луз пакеты, блядь? Ой, извини, пожалуйста. Ну ты, Ваня, ну ты... Нормально, нормально. Ну, Ваня, я играю, ты знаешь. Можешь их просто окружить, я не знаю. О, вот так, найс. Теперь я по тебе постреляю. Какие же вы уебаны, блядь. Какие же вы уебаны, бля. Лол. Че, давай по входам встанем? Мне местят. Че, давай за пенис еще подержимся. Тупо. Тупо местят. Все, вован. Вообще, ты бы расползался просто по ним, как слизень. Да, 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 я... Они за мной выдвинулись.
Ну и пусть. Ну да, кстати, нормально. А вот и их силы до нашей базы дошли. О, конница. Не, мы быстрее захватываем, по-моему. Он сейчас собьет. Я помогу с этим. Чтобы вам не сбили. Ну, кстати, у нас оборона-то похлеще, чем у них. У них нет обороны. Ну, у них нет обороны. Но была. Ну, в виде этих катапультов. Он пики выстрелил, лол. Их катапультисты возвращаются. Взял пики, построил. У них катапульты хотят стрелять. Я не понимаю, почему у меня вообще мечники ничего не наносят практически. Возможно, ты натиск не используешь. Все, гей-порно началось. Ну все, по-моему, уже закончилось. Четыре отряда месяц один, и у них не убавляется дух. Да. Блять, ну я не знаю. Надо посмотреть, какие у них дебафы. Можно посмотреть, как туда можно? Я лучше обратно зайду на базу. У них уже сходит просто. Они жил, жил был полководец. Фига, вот сейчас на первом месте, это что за маршал Жуков? В смысле, это Сула. Это Сосула, блядь. О, идут. Кто идет? О, добрый вечер. А вы додики? Можно вас пострелять? Оба. Вильтер, а где Вильтер вообще находится? Вильтер сейчас сдохнет, он дефит от базы. Не, ну расходники на лучников это классно, можно сказать. На дальность. Пиздец, нахуй лучше сходить, блять. Стрелять по этим долбоёбам. Говорил же, надо на базу просто идти. Чистая совесть. Ну вот с теми силами, которые я встретил на горе, они пошли до нашей базы, потом, видимо, развернулись и пошли обратно. Было очень странно все. Я видел, как ты с ними переметнулся, и я не понял, почему ты не умер. Ну я пошел в свою сторону, а не в свою. Нормально. То есть я пошел домой. Мечи за 1621 атаки. На нем харкнул, блять, самый этот, блять. Бомж с помойки, блядь. Поэтому, блять, считается, что он отравлен. Урон в два раза больше. Чем можно купить? Так, расходники, расходники, расходники. Конечно же, это пехотные баррикады. Все видели, как они отлично работают. Давай я куплю коли, и мы это... Построим свой дом. Сядем на них. Купишь коли, и мы сядем на них. Интересно, какие расходники у коней? Они тоже могут строить баррикады? Ну, тупо ехать и строить баррикаду. А можно баррикаду возвести на коня, тупо? Ходячая крепость будет. Не знаю. Строй бат какой-то. Пизда, а можно, короче, корабль погрузить на коней и тупо уплыть? На этом многоходе. Какая хуйня? Троянского. Украинского коня сделать. Сравнять шансы. С землей, блять, наши. Не спешите на передовую, посмотрите, сколько говна вам предстоит разгребать на поле боя. Римские мечники универсальные сосуны. Они могут сосать, брать в жопу и дальше не успел. Ты мне, я тебе? Что это такое? Защищать союзные отряды дальнего боя. Вещи сейчас лично защищены от фронтальных атак, но извините для атак в тыл или с фланга. 7650 это у нас сколько? Чё? 1500-2000 стоит 8 уровень. А насколько быстро копейщики разворачиваются? Со скоростью света? Скоростью света.
С какой скоростью света разворачивается? Блять! Не надо поворачивать. Ты же близко делать. Ну, судя по тому, что конница в пати. Тратит примерно секунду на это. Судя по тому, что конница в пати. Мне кажется, что рассчитывать на победу в этом бою будет не самым мудрым решением. Это та же самая карта? Да. А, тогда, блядь, повторим. Мне понравилось. Джибраил. Ето первый аккаунт у чувака называется. Ето первый аккаунт. Еду первый аккаунт, блядь. Опа, у чувака Александр Македонский. У кого? Первого самого. Кто-то, я смотрю, на пидора похож, блядь. Пидороватый, блядь. А это Македонский, оказывается. Цезарь носатый, просто пиздец. Захватить вражескую базу! Камеру еще там приближать можно, я только сейчас увидел. Не, вот у меня нету протормаживания после натиска, то есть они бегут нормально дальше. Куда там, Вова, там... Квадрат D7. Конница на D7. Мечники на ЖЖ. Че, мы на гору идем? Ну и я иду, блять, в победе. Тупо катапульта уже из нашей команды попала по врагам. Или че это? Опа, хуя! Хуя! О, развитка! Не стреляю уже. И натиска нету, да? Тупо. Сосредоточьте стрельбу! Готовься! Ну, Ваня хорошо настреливает конницу. Только не попадаю. Ну это лес, потому что. Надо... Но они зачекали эти кусты, если они молодцы, они сейчас пошлют сюда пару отрядов. Так, ну я начинаю это, я начинаю строительство. Давай, начинай уже скорее. Тут уже люди ждут, пока ты построишь что-нибудь. Хм. Там время. Ну, надейтесь на то, что вот тут никого нет. Зажали? Между блок? Да. А как развернуть постройку? Не знаю. Конница, 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 конница. Пожалуйста, защити меня. Господи. Пожалуйста, защити меня. Господи, кибер, меня уже не меня защитить. Ты же сидим, висеет, стим твою, забегай, твоя, да, блять, конница, нахуй. Можешь проход закрыть? Конница, нахуй. Я не могу, я не берусь. Не надо даже. Или надо. Я попробую один отряд из этого гей-порно вытащить. О, обратил в бегство кого-то. Найс. Почему я не могу построить? У меня так отряд растянуло, это просто ужас. Такое ощущение, что я на конях уехал. Ну чё, ребята, блядь, бойтесь нахуй, со самбо. Ну, мать, копейщики. Жалко, что не знаю, что сосредоточьте стрельбу! Наши снаряды летят в салют! Ёбаный рот. Я не успел построить дом. Я тобой жертвую, короче. А, ну ясно. Может, не будешь жертвовать и... Может, не будешь жертвовать, потому что они уже отходят. Ладно, там в тыл нам опять остатки конец сынут. Слышь, Кульмяк? Не видно. Вот там что на улице вообще пиздец. Да. Все, я пошел строить дом и садить с дерева. Садиться на лицо. Я могу присоединиться к тебе. Блин, там на миду вообще жопа. Финальная. Это моя гора, я буду ее охранять. Я на мид пойду, наверное. Вот что ты там по левому флангу делаешь? Че он там делает? О, может, ты забьешь хуйно? Там два. Там два отряда конницы против трех дерется. Может, ты нам нахуй нужен? Может, ты поскачешь уже на их базу? Мы тупо победим?
как вариант. Потому что я где не посмотрю, везде вроде как дела неплохо. Мы пробуем по районам пачкам. Да, они все возвращаться начали, почему-то. Блядь, опять победная страта. Просто рейд клик по вражеской базе. Никого не щадить! Бля, по мне стрелят. Вова, если ты движешь целым отрядом до базы, мы нет, постараемся, блядь, очень... сделать нахуй сосалити. Ой. Да. Громозека 74. Ну, вы идите там справа. Я не знаю, мне сейчас там пучники. Лучники. Ну, они в середине даже не думают отступать вообще хоть куда. Они... Не, они лучников. Там пикинер вообще застреляет, а потом на очереди ваня. Пачкам. Понимаете, о чем я? У нас проседание. Приседание. У нас проеб войск. Ой-ой-ой, сзади у меня это. За мной сзади погоня. Беги, у тебя же есть натиск. Ой, и слева погоня. Так, эти развернулись. А лево. Так, они слева. А лево пикинера, я сейчас по тебе буду стрелять. Так, как-нибудь. А, там еще и лошади. Че делаешь, бороды? Хотя ладно, хуй с ним. Хуй с ним, че-то я действительно. В смысле, хуй с ним? Сумки. Давай. Ты мог развернуться, начать их ебать, кстати. Стоп, я это. Моя цель построить дом. Дом для всех. Раз. И национальность. Ой, я кого-то убил. Я тупо полководца казнил, напавшего на меня. Блин, кто в карманах бревна носит? Почему я строить не могу? Какую часть по отряду в карманах эти бревна носит? Твою мать. Все, строит. Блин, ну лишний раз кликнул, все, не работает теперь эта говнина. Стройте быстрее, рабочие. Все, построил. Неприступная крепость. Ну, какая драка просто. Ебанутый. Бегство, блять? Вы че, ёбнутые? Вы че, ёбнутые? Че за хуйня? Что это, блять, было сейчас? Это нормально, блять? Вот эти стоят им похуй, блять, а 100 человек такие, ой, блять. Что за хуйта? Нормально там? Какое, блядь, бегство? Ты мне скажи, какое, блядь, бегство? С какого хуя? Не испугались. Держите, я стараюсь хватать двумя отрядами. Вот я иду к вам. Пацаны. У вас там драка, я погиб, бегу. Погиб, но не погиб. Пожалуйста, живите. Ну их нельзя пускать, я просто один отрядом жертвую, блядь, вообще. Нельзя пукать. Должен сказать, тебе прорвались. Ай, пиздец. Матерас. Кла-кла, кла-кла. Бля, чувак, хоть бы на них не напали. Вводи сюда, вводи, ребят, вводи, ребят! Я стараюсь. Хуйта, блядь. Тупо затащил, блядь. Поздравляю. Тупо затащил всю игру, блядь. Тактика победного говна, блядь. Просто какие-то дурачки, блядь, приходят на вражескую базу, начинают там танцевать, блядь, траурный хардбас, блядь. Имя мне Германик. В битве. За что я в битве, блядь? За Константинополь? Матильда. Матильда. Бог ужаса. Заработать максимальную награду за обращение игроков в бэкстоп. Атака из засады. Блин, вот тогда...
свободного подкопить и тратить его на этот, на спид. Ой, я могу рукомойники с перышком приобрести. Мне игра, кажется, вылетела. Это странно, какой-то у меня на лиге о жопниках опыт быстрее идет, чем на этих даунах. По какой-то причине. Видимо, это от уровня зависит. Сейчас подойду. Странно, у меня даже интернет вылетал. Ну так, секунд на 5. На меня не дисконнектил из игры. Угу. Игра ни разу не вылетала. Ну, видите, но это ее не красит. Увы. Да. Это ее не красит. Дело нужно интернет запустить. Можете пока без меня одну сыграть. Если соберете, то еще конечно. Во славу Рима! Внимательно, готов туда. Ну, фанеры бутнусь. Ква-ква, ква-ква. Фракталис. Без всяких очков пиратов. Что у нас игра, что мы не идем? Не знаю, я нажал в бой с губой. Сейчас ждем, не знаю. Мы ждем Кулебяка один, не готов. А я думал, мы не ждем.
Он сказал Дамино. Понял. Погоди, тогда один без меня, мне надо вот там. Уже прочить. Все. Не понял, а поиск-то идет? А поиск-то идет или нет? Блять. Ошибка поиска соперников, профиль не синхронизирован, был произведен повторный запрос данных. Чего, блять? Во славу Рима! Я служу империи! Что это значит? Я сделаю то, что должно. Че, ебанутый, что ли? Во славу Рима! Какая-то Вани нет. Все, понял, блядь. Охуенная игра работает. Че, вдвоем идем? Как жопа. Ну тупо, да. Че, Клебяка не идет? Клебяка сказал... Да. Не идет. Не идет игра. Тупо. Охуеть, как долго он подключал. Что-то мне подсказывает, что следующее утро у меня будет тяжелое. Тяжесть лица. Я заметил то, что вот на этот холм в основном все пиздуют. Вон там справа никого никогда не бывает. Говори слева, наверное. Все пиздуют. Слева где? Вот тут? Нет. Это вот тут никогда никого не бывает. Захватить вражескую базу! Побежал. Враг пролил первую кровь.
Шеддер-кистов надо закидывать. Сосредоточьте стрельбу! А, нет, ты смог. Нас атакуют! Нет, к сожалению, это неравноценные, блядь, потери вообще. У меня получше ситуация. Я постепенно не наступать. А, тебя это... Да, тебя ебут АПКшным флангом. Что ты творишь? А, ми, из этих, из весов, блядь, не будет. Надо пиздовать, блядь. Союзники стреляют в нас! Никого не щадить! Да в смысле снаряды летят в союзников? Ты чё? Снаряды союзников! Предатели! Наши воины бегут! Какое бегство? Вы чё, издеваетесь? Какое, блядь, бегство? Сука, драться, блядь! Наши воины бегут! Русы! Очень, блядь, быстро. Ну как, 4,5 минуты. Это было 4,5 минуты. Ну, у нас тоже обошли, короче. Мы обычно обходим. Так а чё, никто не будет что-то сбивать? Прикольно. Кто-то левый фланг не взял. И правый. Такие моменты, к сожалению, не контролируемые. Кто MVP? Ааа. Все ясно. Получен достижение, брачный жнец. Получен достижение за важный финал за блокирование выполнения для всех игроков битвы. 12 уровень. 5000. О, мне дали премиум подписку. Ебать, именно под вечер, сука. Именно в 20.16. Ну, вы ебас, конечно. Алло. Да-да-да-да-да. Слушаюсь. Кулебека. Чё с кулебека? Не знаю, брат ли, но... Я не понимаю. Бородает.
стоит. Ну и чё, Борода, почему ты не приглашаешь Ваню? Он где-то ходит. Молчу. Ну мне уже... У меня сейчас скоро даже этот Сципион до четвертого. Сейчас Ваня. Что? Александр Македонский. Вот как контролировать такие приколы? Как? Одни копейщики. Хуй знает как. Хуй знает как. Запротизанили к нам на базу. И ни одна, блядь, душа нахуй не рынулась. Нету, блядь, ни конец, чтобы прибежать. Никого. Кулебяка тут? Не. Давай, принимайте. Ждите. Да, поехали. У вас какие сейчас уровни? Чьи уровни? На ваших полководцев. Четвертый. Стоп, у тебя сейчас, ты сейчас играешь четвертым уровнем? Да. Отменяй. Можно отменить? Стоп, не, погоди. Полководец четвертый. А войска? Войска второй. Че, серьезно? Ты играешь войсками второго уровня с полководцем четвертого? Прошу на четвертый. Я понимаю, что вы играете за начальных уровней пиздата, но тут и новички сидят. А как ты хочешь, чтобы я мечников превратил в мечников четвертого уровня, не играя ими? Так у тебя третий мечник есть? Нету. В смысле, у тебя мечники второго? Да. Ебать. Тогда да. А вот оба катапульты. А вот оба целый отряд барского плеча. Коней. Они. На самом деле, какой-то не очень решил. Ну и что мне тут делать? Куда идти? Артем обычно занимается катапультами. Ну, понятно. Да. Лучники. Да. Ваня, ты не хочешь со мной пойти вот сюда? Сзади тупо. Ну или нет. Вперед вот туда, а я пойду. Куда еще? Ну, снизу, снизу, снизу. Захватить нет, вражескую базу! Вау, у тебя будет больше? Ой,
Ебать, не забежал. Блин, у меня гланды воспаленные, сука. Когда так чихаешь, это пиздец как больно. Мы пролили первую кровь. О, ну там, видимо, копейщики какие-то здоровские попались. Я тоже ща по липу выкину. Вы че, издеваетесь, блядь? Пилом. Пилом ща кину. Забавная хуйта. Ай, сука! Они запутались, блядь, друг в друге эти странные люди. Блять, катапульте не жалко вот так вот тупо всирать огненные снаряды. Правильно. Пиздец, блять. Это лучники наши ебашат? Снаряды союзников! Придурок! Нет, да. Награда уменьшается в геометрической прогрессии. База противника скоро будет нашей! Пиздец. Мечники! Натиск пехоты! Иди нахуй! Ебучий кусок говна. Поджимаю от этих сбоку. Алкила. Алкила поджимает сбоку. Подавленный отряд. Что выходит?
заходит, на самом деле. Там... Че, бля, охуенный. Он, сука, еще и по мне стреляет. Пизда, да. Смотрите, как же жалко умно. Получать очки за разведку, это круто, конечно. Мы не успеем победить. Ех, твою мать. Мы не успеем победить. Нашу базу атакую! Бам. Как вообще? Вообще. Охуеть. Не знаю. Мичлен вот этот, блядь, получил тупо. 2500 только за разведку. Какой-то ебаный. Какая, блядь, разведка? Чё она дает? Ну, разведка. Мне просто дали за то, что 8000 золота за то, что меня настреляли. А нет, это за тренер. За тренер. Две 400, 3200. Испанский гладиус. Блять, как же я там терпел, блять, это просто нахуй сосание, дристание. Ну чё там, блядь, 1600. Ещё 800 надо. Вперёд! Победе! Чё, 800 опыта, блядь, третий. Уровень. Стоп. Мечники! Мечники! Успех. Я сделаю то, что должен. Извините, что не. Охуеть, вероятность блокирования обстрела плюс 40. Пизда. Ну, тупо с 30% поднимается до хуя. Да хуя. Ну опять эта карта. Ферма попа. Раз, два, три, четыре человека играет, да. О, ты вот так вот что ли обходишь их? Смотри, я иду вот так, иду вот так, иду вот так. Если ты вот так вот обходишь. Ёбаный рот ты, блядь, маленький супергений. Захватить вражескую базу! Обожаю, блядь. Никто не ходит так, как хожу я. Я, кстати, там один раз я видел только, чтоб бомжи через то место шли. Они в основном все будут через каньон, они никто не идут через эту хуйню. Второй. И очень зря, потому что... Ну-ка, утки там плавают? Конят. В основном тут ходит конница. Я вообще, моя главная задача, я вообще хочу здесь поймать конницу, сделать на нее натиск и не отпускать, и потом ее подниковыми закидать. Когда она будет убегать. Куст. Ой, блядь, пилумы, блядь. Пируна. И... А конница почему-то здесь нифига никогда не бывает. И я, наоборот, кайфую, я побегу. Ты вроде и жду их, а вроде бы их и нет. Так, ага, раз уёбки. Так, два уёбки. Ага, вон
вижу. Есть уже первую кровь. Так, хорошо. Еще есть, да, сверху. Нас атакуют! Я разбираюсь. Да. Понятно, все было. В бой нахуй. Подушники. У нас стенд тут вообще есть? Это конец! Наши воины бегут! Трусы! Все. Убегай. Все, Тёмыч, не зря все мы пришли. Так, что мы до сих пор пришли. Я тебя, конечно, слышу, но тебя почему-то стало тише во много раз слышно. После того, как ты перезашел. Чего? Да. АФК. АФК. Мы двое. Единственный, кто что-то делает. Партизанский отряд номер 9. Пиздец. А, блять, ну чё, катапульты ебаные. О, а ты там просто так стоишь по приколу? А ты идешь, не, блять, как же там медленно все, я хуй. Закидывал сейчас. Блять, пиздец, как медленно. Это проебано. Просто идиотские решения. Принято. Угу, нормально. Все, нам на базу идет. Нам на базу пехота идет. Будет где-то секунд через 30. А у нас нет катапульта, в отличие. Они успеют, кстати. Вот этот вот конский отряд, блядь. Они не успеют. Вот этот вся хуйбала, которая дралась не пойми с кем. Вот. Ни один из вражеских отрядов еще не умер. А с кем они дрались, не понимаю. Наши не успеют нихера захватить. Наши не успеют захватить, да. Зато на нашей базе уже отряды, я не знаю, там 4 человека полные отряда. 4 полные отряда. Да, у нас на базе гуляют люди просто. Во, блять, ты можешь, шеф, ты же у тебя... А, у тебя, блять, скорпион у нас, блять. Сам. Не, у меня есть F. У тебя F трубу не... Нет, у меня F ускоряет, натиск делает. Все. Пизда, заходите быстро, все разом, нахуй. Нет, некому. Может? Эх, жалко. Пародия, блядь. Пизда, что я умер просто так, блядь. Чтобы эта вся хуйня прошла на нашу базу. Я, блядь, сусь. Ну, что поделаешь. Думаю, играть или... Время сезона с теми. Я, наверное, на сегодня все. В принципе, да. Ну, так главное. Ну что, ребят?
тупо 9-часовой стрим по этому говну. Я надеюсь, вы открыли для себя эту игру в новом свете. Надеюсь, вам не захочется никогда играть. Делать этого и не нужно. Собственно говоря, нужно учиться на чужих ошибках. Не играйте ни в танки, ни в эту пародию Total War. Если интересно смотреть, как дерутся настоящие воины, а не жалкая, блядь, пародия говна, то купите нормальный Total War. Не надо тратить время на этот бесплатный калич. Ну, на этом все.